Всем добрый день! И сегодня у меня обзор покупок, и сегодня у меня Билла. Скажу сразу, сегодня меня Билла очень расстроила своим обслуживанием. В плане чего? Я когда уже подошла на кассу, я обычно подхожу на кассу самообслуживания. Многие, наверное, сейчас знают и пользуются им. Но каких-то взвешивать нельзя, какие-то висят. А обычные кассы, всего две кассы работают из 8. Вы представляете, сколько туда народу? На что делать? В общем, я пошла в обычную кассу. И все по-многу, естественно, набирают сегодня выходной день. И потом раз третья касса открылась. Туда раз сразу несколько человек переместилось. И передо мной так, ну, три человека с мелочевкой. Там один арбуз, там чипсы, что-то. И вот она одного пробила, и к ней пришли снимать кассу. Вот скажите, вот этого нельзя было раньше сделать? Ну ладно, в общем, что было, что то было. В общем, расстроил меня сегодня Билла, но зато порадовал скидками. Значит, ну первое, что, конечно же, это мороженое, как обычно. Значит, моя любимая коровка из Кореновки. Крем-брюле. Взяла, тут показываю две, взяла 4 штуки. В Дикси в последнее время крем-брюле почему-то нет, только шоколадное. И взяла, у них появилось... Не кругленькие такие эскимо, вот, а вот они плоские такие. Видите, вот на картинке как нарисовано. Маме Гале нравится. И, кстати, тут Лика заезжала, ела. И как они мне сказали, что эскимо вот от коровки им больше даже нравится, чем чистая линия. Так, что по ценам? А, значит, так. Где это? Вот, мороженое эскимо сегодня было со скидкой. Лучшая цена по 41,90, по-моему, 50% скидки. Так, где как-то. Значит, и а крем-брюле без скидки было. Ну ничего, по 65,90. Крабовые палочки и к ним обязательно мандарины. Ну, кто меня, ну, более-менее постоянно смотрит, знает, что... Стандартный набор: крабовые палочки, мандарины и китайский салат. Салат у меня есть. Крабовые палочки сегодня со скидкой. Вичи. Но я знаю, что вичи неплохие. Значит, что у нас здесь? Бесплатно плюс 20 грамм. Здесь получается 220 грамм. Здесь сколько у нас получается? 8. 8 палок. И они сегодня были 1 плюс 1 со скидкой. Значит, если берешь 1 плюс 1, они получались по 66,45. Стандартный набор на крабово-мандариновый салат. Так, и мандарины. Мандарины. Сейчас я вам скажу, куда делись у меня мандарины. А, вот мандарины по 129,90 за килограмм. Здесь у меня... Две штучки, 160 грамм на 20,78. Конечно, если бы я не взяла крабовые палочки, я бы мандарины брать не стала. И наоборот. Ну, крабовые палочки были со скидкой, соответственно, вдогонку мандарины пошли. Так, дальше. Взяла телячью колбасу Велком по ГОСТу. Здесь у меня получилось, по-моему, 440 грамм. Я пыталась взять поменьше. Но они как-то все 440 грамм. Состав: свинина, телятина, ну, вода, шпик, язык свиной. Ну, знаю, мы не один раз брали эту колбасу. И сегодня что-то мне вот захотелось. Хотя есть там окорок, есть этот сальсичон. Захотелось вареной колбасы. Наверное, захотелось, потому что она была со скидкой. Сейчас я вам скажу. Колбаса телячья, вот 174,50, скидка по вкусной карте, 50% получается скидка по вкусной карте. Что, отлично, очень даже неплохо. Взяла вот такие вот штуки, называется изделие сдобное Лавель. Сейчас посмотрим, сейчас я вот здесь вот лучше прочитаю. Лавелька, лавелька.
Вот, знаете, если честно, я когда брала, мне что-то как, не знаю, почему заинтересовало. Я думала, похоже на ушки, но и в то же время это похоже так на биловское производство. А сейчас я сразу по цене скажу. Значит, 459 рублей за килограмм. Здесь 170 грамм на 78 рублей. Но думаю, ну возьму, попробую. То есть они, видите, очень похожи на ушки. Я вот уже открыла, чтобы вам показать поближе. Только круглые. Ну, ушки с сахаром такие, наверное, многие знают. Но, ну, возьму, попробую. Но вот я уже одну штучку вытащила, попробовала. Вы знаете, я, если честно, не очень поняла, чем они отличаются от ушек. Не, отличаются, конечно. Вот это коричневое, это корица. Вот этот слой корицы. Нет, они вкусные, все. Ну, то есть, ну, может быть, вот они по толщине чуть потоньше, чем ушки. Все остальное то же самое. Но все равно вкусно, конечно, мы это все равно съедим. Знаешь, как я уже сказала, здесь у меня 78,03. И у меня прошла скидка по акции 50%. Меня не обошлись. 39,02. Ну и плавно перехожу к весовому товару. Фрукты и овощи. Из фруктов сегодня взяла, ну кроме мандарин, я взяла нектарины узбекские. Последнее время все время берем именно узбекские. Вот как-то они мне больше нравятся. И они чаще всего спелые. И сейчас, в общем, и вкусные. Нам нравится, мы берем. Сейчас я вам скажу, сколько они. Так, по 129,90, здесь 542 грамма на 70,41. Вот, это узбекские мандарины. Так, взяла перец. Три штучки небольших. Что-то как-то то ли на выходной не выкладывали еще свежие. Вот еле выбрала. Они вот прям небольшие. Вот не прям небольшие. Вот я вам сейчас... Вот. То есть вот видите, они прям небольшие перчики. Но не хотелось мне брать зеленый. А перцы у нас... А перец грунтовой у нас по 59,90. Здесь 252 грамма. На 15,09. Я люблю, особенно на вечер, или вместо гарнира, или гарниру и мясу, я люблю такой перец жарить. Вот я вот так режу пополам, вычищаю, естественно, и с двух сторон обжариваю в подсолнечном масле, чуть подсаливаю. Ой, мне так нравится, так вкусно. Конечно, на костре это еще вкуснее, но... Костра у меня дома нет, поэтому жарю на сковородке. И взяла, ну, пакеты в этот раз прям огроменные. Сейчас вам скажу. Посмотрите, какие пакеты. То кладут прям маленькусенькие, а тут прям можно, я не знаю, сколько в этот пакет можно уместить. Вот. Ну, лучше большой, чем маленький, правильно. Так, взяла. Вот теперь его не уберешь. Ничего не видно из-за этого пакета. Взяла три морковины. У нас, конечно, есть мороженая морковь. Вот, но иногда бывает нужно именно сырую морковь, потому что, ну, мороженое это только на готовку такую, на обработку. Вот, морковка у нас сейчас по 29,90. Здесь 284 грамма на 8,49. Вот, все. Больше ничего не взяла, по-моему. Да, больше ничего. Так, ну, давайте я вам скажу, что у меня с чеком. Чек у меня получился на 892 рубля 38 копеек. Это с учетом всех скидок и по вкусной карте, и то, что у них акции 50% было, и то, что 1 плюс 1, у них сейчас там где-то до конца сентября, что ли, акции 50% и на разные товары 1 плюс 1. Ну, не знаю, я просто быстренько пробежала, быстрее, дольше на кассе стояла. Вот, и получилось у меня, вот как они мне написали в чеке, вы сэкономили 434 рубля 42 копейки. Но с учетом, на какую сумму куплен товар и такая скидка, я считаю, что очень-очень даже неплохо. Вот, на этом я сегодня обзорчик закончу. Всем хороших выходных, всем пока-пока, всем хорошей погоды, до свидания, еще увидимся.